Всем привет! Это проект Варгонза! И мы продолжаем рассказывать вам о том, что происходит сейчас на Донбасском фронте. И да, вы не ошиблись, на ваших экранах только что были окна многоэтажек Мариуполя, микрорайон Восточный. До них буквально остается пару километров. Кольцо вокруг этого города сейчас сжимается. Армия ДНР делает все, чтобы освободить и зачистить Мариуполь от нациков. Фактически крышка мариупольского котла захлопнулась еще накануне, но подразделения продолжают наступать. Было взято, например, сегодня Стопино, населенный пункт, который фактически является ближайшим пригородом Мариуполя, если идти, скажем так, вдоль моря. Операция идет, все подробности сообщим вам. А сейчас вы были первыми, кто в эксклюзивном порядке увидел спальные районы Мариуполя. С вами был проект Варгонза, Семен Пегов, специально для вас, подписчики, Мариупольский фронт.